Партнер программы «Прогноз погоды» – «Современная медицинская клиника». Только 14 июля в современной медицинской клинике ревматолог из Сыктывкара. Если вас мучают боли в суставах, повышенная отечность и припухлость в области суставов, вы не можете полноценно двигаться, не откладывайте решение проблем со здоровьем. Запишитесь на прием к ревматологу. Количество мест ограничено. Записывайтесь по телефону 30350. По сообщениям синоптиков, завтра, 15 июля, в Печоре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, днем гроза. Ветер южный, юго-восточный с переходом на северо-западный порывистый до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет плюс 12-14 градусов, а завтра днем плюс 22-24. Лав Радио. Лучшее из мира твоей любимой музыки. Песни со смыслом. От любимых исполнителей. Шансон. Душевное радио. Просто хорошие песни.